Вандалы осквернили памятник жертвам наводнения в поселке Кызылагаш Алматинской области. Неизвестные люди разбили плиты мемориала. Его открыли в 2010 году после паводка, в результате которого 43 человека погибло. Но, видимо, местные чиновники, а именно акимат Аксузского района, забыли об охране памятника. Территория парка, к тому же, уже давно превратилась в мусорную свалку, а деревья погибли без ухода, жалуются местные жители. По поручению акима Алматинской области Амана Платалова начались работы по восстановлению памятника жертвам Кызылагашской трагедии. Работа будет завершена в кратчайшие сроки. Нами намечено время, то есть это 3 дня. В течение 3 дней будет восстановлен сам памятник. Также погибли деревья из-за того, что они не поливались. Деревья тоже будут обновлены. Но согласно стандарту, посадка деревьев ожидается в октябре, в ноябре месяцах.